Здравствуйте, уважаемые садоводы! Сидираты – это спасение для огородных участков, особенно больших, где нет возможности раскидывать тонны навоза или вносить дорогостоящие удобрения. Но и в выращивании сидиратов нужно кое-что знать, чтобы не навредить участку. Как правило, после того, как сидираты вырастут и достигнут высоты в 30-40 см, их скашивают на уровне земли, например, мотыгой или плоскорезом, а можно и триммером. Опытные садоводы советуют скашивать сидираты, особенно люцерну, обязательно до появления на них семян, чтобы они самостоятельно не рассеялись по участку и не превратились в сорняки. Если у вас, к примеру, растет горчица, то ее в основном не скашивают, а оставляют на грядке, давая ей уйти под снег. А уже весной вы получаете отличную органическую массу. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!